рыбалку едем, щуку ловить. Где щука? Еще один стал ложок. Я сейчас упаду. Я бегать устал. Красное солнце, утренний восход. Взяли батю, Анютку, Ричика и вырвались на рыбалку. По хозяйству. Рыбачка бегает. Сейчас поставим жерлицы, штук 10-15. Посмотрим, что у нас да как. Вот, и будет хорошо. И начнем. Ай-яй-яй. От. Ну какой. Ричи рыбак. Да, молодец, хозяин. Хозяин гоняет. В общем, сегодня мы всем семейством приехали. Порыбачить, отдохнуть, дышать свежим воздухом. У нас первый ложок. Есть красавица. Уха! Хорошенькая. Первая. Я... Ох, какая хорошенькая. Это хорошенькая. Но чтобы она... Опа. Вот это уже хороший вариант идет. Что-то так легко идет. О, вот это класс. Вот это классненько. Хорошая первая щучка. Отлично. Тоже слегка захватило. Смотри. Чуть-чуть капельку. Какая шустренькая. И гляньте, так же слегенько. Чуть-чуть захватило. Вон, вообще капельку. Хорошо чипчики взял. Ох, красавица. Двушечка. Красавица, душечка. И вот там сзади мне еще один. Второй, третий. Горят флажки. Ух, только поставили флажки. Прошло 5 минут, чай попили. И то я так, наскоком, бегом. Так. Сейчас. Стрела. Yes! Красавица! Обалдеть! Застряла прям! Готово. Что-то у них сегодня у всех прям на это самое. Верхняя челюсть работает. Прям чуть-чуть. Красавцы. Побежали еще один. Есть. А я думал, нету. Просто. Еще одна. Ну что, есть тут кто-нибудь? Есть! Ох, еще! Что творит? Вот это что она творишь? Зашла! Вот это зашла! О, на новый флюорокарбон. Так, чтобы щипчики. Надо ну достать. Ладно, там еще посмотри, все ли там есть. Там нет ничего. Зубы. Я случайно замок одел, и она на замок. На замок.
шустряк. Какая она. И она вот она, не глотает она. Она вот прям чуть-чуть хватает и все. О! Вообще, вечерело. У нас вечерело. Вальдемар тут бегает по флажкам. Настроение, мороз. Уже проверенная жерлица. Ну давай, давай. И никого. Вырвал с пасти. Ну так а что ты, блин, дергаешь так? Ну... О, как идет. Так, следующий побежали. Побежали. Еще один встал, ложок. Я сейчас упаду. Я бегать устал.